Хэшки, ребятки, с вами Лекс, мы сегодня поиграем в игру под названием Brutes.io. Ребята, это новенькая игра, здесь мы можем играть вот за такого вот брутального чувачка, который, уничтожая других брутальных чуваков, будет становиться все больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и еще раз больше. Довольно-таки сложная здесь игра, в том плане, что сражаться здесь непонятно пока что как для меня, по крайней мере. Опа! Это что, я типа погиб? Тихо. Так, вырубаем его. Отлично. У нас бонус есть. Опа, тихо, осторожно. Нокаутируем. Какой-то огромный здесь чувачок приходит к нам. Тихо, тихо, идите ко мне все. Что? Просто? Я убит? Я... Ладно, я пока что, ребят, ничего не понимаю. А смысл? Смысл этой фигни? Что мне делать-то? Я сам себя убил, и это было классно, что ли, или что? В этом и есть соль? Не, круто, конечно, но, по-моему, я в себе больше жизни снес, чем им. Смысл тогда этих улучшений? Так, возможно, если я буду подбирать вот эти вот штуки... Да, я увеличиваюсь, ребят, походу. Возможно, это просто очки. Так, мы накапливаем удар на левую кнопку мыши. То есть задерживаем, задерживаем. Оп. Меня, видите, догоняют, пытаются догнать. Оп. Оп. Не получилось. Отлично, вырубили. Плюс 2000. Бонус за убийство. Уровень повышен, второй уровень. Хорошо. В принципе, понятно. Опа-на, петушок пришел. Иди сюда. Я вырубить его не могу. Попасть в него не могу. Блин, у меня уровень этого. Того, что меня сейчас вырубят, подходит к концу. Отлично, бонус. 2000. Просто ни за что, можно сказать. Я на третьем месте. Прикольно. Осторожно. У меня уровень повышен, отлично. Хватит меня бить. Я же вас не бил. Да ладно, шучу, бил, конечно. Так, отходим, отходим, отходим. Ай-яй. Еще 1000. Отходим. И главное быть осторожным, видите? Осторожным, чтобы меня не зафигарили. Еще 1000. Смотрите, здесь у меня есть шкала сверху. Шкала моей, можно сказать, головы. Если она пополняется полностью, то у меня вырубается моя голова. Просто-напросто сразу же. Окей. Оп. Дали ему пиндюлину. Еще пиндюлину зарядил. Не попал, правда. Так, хорошо. А, его вырубили. Так, еще сейчас зарядим. Здесь ходить, ребят, на правую кнопку мыши, бить на левую. Это довольно-таки, конечно, неудобно, но круто все равно. Тихо-тихо, уходим. Хоть я и большой, но пока что недостаточно большой, чтобы избить вот этого чувака. Уходим, отлично. Не хочу с ним сражаться, не хочу. Здесь, кстати, Пуэрман играет. Довольно-таки прикольно. На первом месте он сейчас в данный момент. Ну, интересно, интересно. Так. Зеленого сейчас будем избивать. Главное попадать по нему. Так, попал. Этого вырубили. Так, отходим от края. Меня вырубили. Беги, 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 братан. Главное, чтобы меня не убили, ребят. Хилимся, я так понимаю, это должно мне давать жизни. Правильно ведь? Один есть. Он растет, засранец. Вот засранец, вы видели? Какой хитрый. Так, давайте петушков этих вырубать. Смотрите, да, жизнь, жизнь дается. Опа-на. Видели? Костяная рука появилась ниоткуда. Фу, хорошо. Пока что у меня третий уровень, ребят. Мне осталось до уровня 4-го. Капелька, капелька вообще.
Оп. Еще один уровень. Эволюция. Отлично. Вот этих малышей я вообще сейчас буду крошить, как не знаю что. Офигенно. Ребят, игра новая, в данный момент она находится в бета-тестировании. Так что, если вы хотите, можете тоже в нее поиграть. Называется она Brutes.io. Я думаю, ссылку на нее оставлю в описании, если вам так интересно действительно будет, что же это такое за игра. Отлично, вырубил этого засранца. Отлично, еще одного вырубил. Что-то я перехотел с тобой сражаться, у меня слишком мало стамины осталось, или как? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это похоже Пуэрман. Я понял, что с ним лучше не сражаться. Он слишком большой для меня. Офигеть, вы видели это? Прилетел на ракете какой-то парень. Так, бежим. Тупо бежим, потому что что-то я не хочу сейчас с ними иметь дело. ХП что-то у меня вообще, ребят, маловато. Так. Хорошо, немножко восполнили их. ХПшечку. Оп. Набираем удар. Оп. Бьем. Если я проиграю, это будет жопа, ребят. Я успел его ударить. Но я очень близок к поражению, если честно. Посмотрите на мои жизни. Фух. Так, давайте этого петушка завалим. Из него тоже вроде бы должны падать вот эти очки. Я так понимаю, эти очки нам восполняют хпшечку. Хоть немножечко, помаленечку, но все-таки хпшечку. Нам в любом случае надо их набирать. Так, у меня очень мало хп. Я не буду этот бонус подбирать, я не понимаю, как он работает. Бежит за мной, посмотрите-ка. Нет, 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 не догоняй меня, пожалуйста. Еще один пытается меня догнать. Он близок к тому, чтобы меня атаковать. Отстань от меня. Блин, Пуэрман ходит. Слишком огромный. Так, надо валить отсюда. Надо отсюда валить. Меня преследуют великаны. Господи, что мне делать? А-а-а, обманул! О, блин. О, блин. Ну вот! Пришел Пуэрман и завалил меня. Ну, это, видите, случайно я на него нарвался. Но, в принципе, он, я так понимаю, уже очень долгое время здесь качается. Но он уже огромный. И здесь всего, ребята, объясню ситуацию. Есть три эволюции, как я понимаю. То есть, маленький качок, большой, средний качок и большой качок. И все это, разумеется, происходит тогда, когда мы деремся, в общем-то. То есть, вся эта эволюция нам дается за то, что мы избиваем вот этих вот засранцев. Двоих сразу завалил. Неплохо. То есть мы валим. Чем больше, тем лучше. Видите, у меня просто было очень мало хп, и мне было очень тяжело как-то сейчас существовать. Так, привет, дружище. Не хочу я с тобой драться. Поэтому я старался убежать как-то. Упс. Упс. Пришел босс. Так, господи, я чуть не упал. Я не знаю, может быть, с этой фигней может что-то делать. Как-то хпшечку восполнять. Потому что, ребят, что-то для меня пока что непонятно. Как мне восполнить хп? Может быть, стоять надо на месте? Нет, ничего, не помогает. Ну, и один из вариантов, конечно, убивать петушков этих. Просто забирать вот эти вот штучки. Но они очень мало восполняют. То есть, сколько надо петухов убить, да? Чтобы полностью все восполнить. Это я устану просто бить этих петухов. Так, давайте сюда зайдем. Ничего здесь тоже не происходит. Каньон криперов. Упс. Осторожно. Не, так-то, ребят, я на самом деле давно жду эту игру. Уровень повышен. Давно жду эту игру, потому что графика здесь в этой игре довольно-таки приятная. И мне нравится эта графика. И вот поэтому, в принципе, я и жду.
О! Оп, зомбак какой-то. Вырубил и уничтожил. Изи. Все, забираем все эти очки. Я так понимаю, это не только жизни, но еще, видите, мы благодаря этому повышаем свой уровень. Это, видите, ребят, это первый мой заход в эту игру. Но, в принципе, я прочитал здесь правила. В принципе, все понял. Там вот чувак стоит, давайте к нему подойдем. Вырубили и просто уже добиваем. Изи. Конечно, Буэрмана мне не победить, потому что он довольно-таки силен. Довольно-таки у него большой уровень. Тут ты да задолбал. Не дает мне его догнать. Ой-ой-ой, слишком большой гигант пришел. Еще больше гигант. Нет, спасибо, я с вами сражаться не буду. Вырубил. И добиваем. Успею? Успею, успею, успею. Ну! Я уже думал, все, ГГ. Не добьем. Еще одного вырубили. И еще одного вырубили. Отлично. Мне конец. Я не мог подниматься долгое время. Офигеть. Тяжело. Выживать здесь довольно-таки тяжело. Надо убегать. Мне можно хилиться вот этими вот шариками, ребят. Но эти шарики надо где-то находить, правильно? В принципе, вот. Отличный шанс. Просто вырубаете противника. И за тот момент, пока он в отключке, вы просто забираете все вот эти вот вкусняхи. Вот это отличный вариант для того, чтобы выживать. А чтобы вырубать, нужно просто несколько раз, два раза ударить его с сильным ударом, и все. Все, видите, довольно-таки просто, и сразу хилимся. И сразу же эволюция, вот это вот потрясающе. Так, уже четвертый уровень. Ищем противников. Надо искать не сильных противников. Вот, видите, на меня сильно идет. Вырубайся! А почему он не вырубился? Он не вырубался, ребят! Я не знаю, что происходило. Восполняем хпшечку. Ой, что-то как-то плохо, видите? Пробегаю. Восполняю. Убегаю. А убегать-то некуда. Так, попытаюсь забраться сюда, если... Блин, жесть. Прыгать здесь нельзя, ребят, поэтому приходится сейчас стараться выживать просто вот таким вот способом стандартным. Отстаньте от меня, пожалуйста! Ай, бьют меня. Так. Офигеть! Ну чё? Ну шо, а? А? Отлично! Вот как надо убегать! Вот стопроцентный вариант того, чтобы вас не убили. Ладно, я убегаю отсюда. Еще и блочит, ты посмотри-ка на него. Какой человек плохой. Ты правда думаешь, что я буду с тобой сражаться? Ай, больно же было. Все, убежали, хорошо. Хоть что-то, ребят, получается, это радует. Бьют. Блин, хп нифига нету. Надо уходить. Надо уходить тупо. Вот, хпшечка восстанавливается потихоньку. Это тяжело. Я почти всю эту игру бегаю, ребят. От больших всяких чуваков. Я, конечно, могу попробовать вот так вот сделать. А он вместо того, чтобы сделать сильный удар, сейчас просто сделал слабый. У меня 0 хп.
Теперь я за тобой буду бегать, дружище. Хотя, ладно, мне насрать на него. Мне главное вот этих вот засранцев поубивать. Отстань! Почти мне конец прошел, видели? Хорошо. Отлично. Вырубайся, 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 господи. Все, восполняем жизни. Надо убегать сразу от этого великана, от Пуэрмана. Обманул просто. Бегите, глупцы, бегите. Офигеть. Я вот не знаю, он действительно очень большой или нет, наш этот Пуэрман. Сможет ли он здесь пройти, я вот к этому веду. Он превратился в камень. Смотрите-ка, здесь какая-то пентаграмма, которую я только что только заметил. До этого не замечал. А чё это у него не написано ХП? Он сейчас меня вырубит. Ну иди сюда. Я не попал. Так, бьем, 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 бьем. Восполняем ХП. Отстань от меня, малявка. Что за фигня? Я на секунду, ребят, застрял. Это мне не понравилось. Ну куда ты убегаешь? Хватит. Харе. Харе, бежать от меня, засранец ты. Эдакий. Убил. Отлично, я все-таки его убил, ребят. Правда, ХПшечку не восполнил. Вот что жалко. Я не знаю, может быть лаги, потому что что-то, видите, не появляется полоска стамины над ними. Это очень странно. Бегите, глупцы, бегите! Там слишком огромный. Кстати, лаги тоже довольно-таки не маленький. Все, меня убили, ребят. Хотя... Не так уж и все просто будет. Взрыв был. Вот что сейчас было опасно. Восполняем жизни. Повышен уровень. Вообще супер. Отлично. Пятый уровень. Я на втором месте пока что. Ну, я думаю, я не обгоню Пуэрмана, потому что он постоянно тащит. Отлично. Это что за осьминог такой? Сюрприз. Офигенный сюрприз. Вот это сюрприз, конечно. Так. Вырубаем и просто фигарим. Отлично. Я думаю, что если так стараться... Смотрите, ХПшечка здесь довольно-таки часто восполняется. Так, этих засранцев тоже вырубаем всех. То можно будет сейчас дорасти до Пуэрмана и сразиться с ним в честной схватке один на один. Удары у меня бешеные, конечно. Это все забираем, по крайней мере стараемся. Ну не, у нас только 202 тысячи очков, а у него уже 2 миллиона, ребят. То есть вы должны понимать то, что... На самом деле, сейчас Пуэрмана завалить практически невозможно. Улетел. Со всеми моими очками.
Не знаю, только если компашка на него налетите, то у него удар там просто невероятный, скорее всего. То есть просто так его не убить. Он скорее всего, вас убьет, нежели вы его. А у меня только 5-й уровень, видите? Я думал, что это за осьминог? Это он, оказывается, кто? Это вот такая вот способность, которая дает возможность превращаться в определенные вещи. Так, иди ко мне. Вырубили? Ты чё, оборзел? Малявка. На 6-м уровне мы вообще будем убивать за момент, когда они будут лежать. Видите, мы сейчас не успеваем убить, потому что не хватает атаки. Все, Пуэрман либо погиб, либо ливнул, ребят. Одно из двух. И я сейчас на первом месте, это радует. Отлично, хотя бы так. Но я на самом деле хотел сразиться с ним один на один. Он что-то уже... Возможности такой уже нету, я так понимаю. Отстаньте. Сейчас вырубит, вырубит, вырубит. Не-не-не-не-не, дружище. Так не пойдет. Петухи какие-то. Видите, здесь есть некоторые модельки, то есть модельки тоже заменяются. Давайте валить отсюда, потому что сейчас этот чувак взорвется. Мы не хотим взрываться вместе с ним. Потому что он взрывается, жертвует собой, но типа наносит очень много урона тому, кто рядом. Вырубаем и добиваем. Изи. Изи бризи. Прикольная игрушка. О, 6-й уровень, наконец-таки. Так, давайте, наверное, на Санту нападем. Он такой подлости не ожидает. Не, мы не успеваем все равно убить за время, которое нам дается, пока он лежит. К сожалению. Иди сюда. Не успели. Вырубили одного, вырубили второго. Это просто изи. Вот все. Я так думаю, что теперь, ну, меня вообще никто не сможет убить. То есть, вышел главный противник, с которым я хотел сразиться. В итоге, как бы, я не думаю, что кто-то сможет разрастись до таких же размеров за довольно-таки короткий срок. То есть, мы с вами уже буквально 20 минут играем, и за 20 минут накачались вот так вот. То есть, 20 минут нам потребовалось. Взял, залез в норку. Прикольно, видите, здесь норки есть такие, то что можно от гигантов прятаться именно там. То есть, если пока ты маленький, ты можешь на момент сражения можешь спрятаться там. Но проблема в том, что ты оттуда не вылезешь, если ты там спрячешься. Изи! Изи! Не успели убить. Хорошо. Не знаю, ребят, как долго это все будет продолжаться. Но классно. Наверное, ребят, я сейчас видео поставлю на паузу и сам попробую докачаться до какого-то количества очков. Там уже будет видно, сколько будет в конце. Так, ребят, я стал все-таки огромным-огромным брутом. Просто невероятным каким-то Халком. Вот я специально выбрал зеленый цвет для того, чтобы... Для того, чтобы сравнить себя с Халком, ребят. Круто, круто смотрится. Так, вырубаем этого. Теперь у меня более медленные атаки, более медленное передвижение, но они довольно-таки мощные. То есть я действительно довольно-таки мощный чувак. У меня 426 тысяч. Блин, в принципе, это довольно-таки быстро набираемые очки. Но сейчас я, ребят, попробую хотя бы до миллиона добраться. И потом уже закончим на этом игру, наверное. Не. Все равно не могу убить, ребят. Отлично. Так, ребятки, я уже 9-го уровня, я довольно-таки прокачан.
Стою такой без палева, превратился в надгробие. Или что это такое? В общем, вот эту статую, ребят. Я на первом месте пока что, и я так понимаю, если пойду, то у меня сейчас сразу это надгробие исчезнет. Я всех убиваю, мне сейчас задача просто... Видите, я уже 1 000 000 очков набрал, мне задача просто набрать 10 уровень, и все. Больше мне ничего не нужно будет. В данный момент, то есть довольно-таки все просто происходит. Я просто уничтожаю всех на своем пути. Да, ребят, я видел, что Пуэрман набрал 2 миллиона, но я не буду набирать 2 миллиона. Потому что, ну, это не имеет смысла. Это не имеет смысла. Сюрприз! Отлично. И поэтому, ребят, я как только наберу 10 уровень, то я сразу на этом закончу. Вот такие вот дела. Вот моя основная цель, основная задача сегодняшней игры. 10 уровень. Дальше ничего, в принципе, геймплей сам по себе не меняется. Довольно-таки сложно прокачиваться тем, кто вот только начал играть, только зашел. Ну, вы видите, они маленькие такие, по сути, никчемные, они ничего не могут сделать. У этого уровень. Он упал, и у него уровень поднялся, вы представляете? Ну, смотрите, ну что это такое? Я могу тупо их всех убивать. А чего он умер-то? Это такая задержка или что? Он умер уже после того, как я перестал его бить. На, на. И вот так вот всех убиваю, ребят, и стараюсь как можно больше очков собрать. То есть давайте я опять-таки поставлю на паузу, пока не наберу 10 уровень. Так, ребят, мне осталось всего ничего до 10 уровня, но что-то я не могу убить вот этого чувака. Ну, давайте, давайте этого убьем. Да, этого убили. Что-то бью этого парня с лоу хп. И вот только сейчас он убился. Окей, ну, в принципе, осталось всего ничего, ребят. Офигеть. 10 уровень, мы очень большие с вами. Я здесь некоторых не могу догнать. Вот, к примеру, у чувака... получается 123 тысячи очков. Я его просто догнать не могу. Он все время от меня бегает. Все, хочу его победить, а не получается. Так, и нам осталось всего ничего, ребят, до 10-го. Пару чувачков поубивать, и все. И все, и победка. Довольно-таки все очень прикольно выглядит. Так, засранец. Видите, какой мы огромные. Какие мы огромные с вами по сравнению с ними. Это с этими малявками. Так понимаю, кто-то здесь боты, а кто-то здесь действительно реальные люди. То есть, непонятно, как это все работает. То есть, бывает, вот, просто здесь персонажики вот эти вот, вместо того, чтобы убегать от меня большого такого, они просто прицепляются ко мне и все, идут прям со мной впритык. Я не знаю, от чего это зависит, но почему-то такая фигня здесь есть, ребят. То есть, есть боты. Это нельзя отрицать. Может быть, это и есть боты вот эти, которые ходят сейчас вот так вот, вот таким вот образом. Отлично. Уе! 10 уровень. Все, ребят, ну больше уже ничего нельзя сделать. Престиж 1 мне дали. Можно, конечно, дальше прокачиваться, но, господи, это слишком долго и нудно. То есть, геймплей сам по себе не меняется. Довольно-таки прикольно, да, конечно, чтобы докачаться до 1 300 000 очков, набрать 10 уровень и так далее и тому подобное. Но, господи, если бы что-то менялось, это было бы еще прикольнее. Если бы наш чувачок был каким-то, знаете... Были бы боты, которые действительно могут нам с нами сражаться. Или которых нам нужно убивать. Боссы какие-то специальные, которые появляются, например, локацию, которую нельзя попасть, когда ты маленький. Знаете, там невидимый мост появляется такой. Прозрачный мост появляется только когда вы набрали там 10 уровень. И вы сможете по нему пройти. Было бы так, это было бы офигенно, ребят. И там какой-нибудь босс, не знаю, то есть что-то секретное, было бы прикольно. Но так как здесь этого нету, здесь довольно-таки все примитивно. То есть мы останавливаемся на достигнутом и все. Не можем прокачиваться дальше, потому что дальше абсолютно то же самое будет, к сожалению. И ничего меняться у нас не будет. Геймплей абсолютно тот же самый. Никто меня убить не может, потому что... Ну не, убить-то могут, если я просто буду стоять и ждать, пока меня убьют. Тогда, может быть, меня убьют. Давайте отдадим ему свои жизни. На! Ладно, я не буду его убивать. Что он делает? Добей же меня. Что с ним? Мне кажется, ребята, это бот. Ну, посмотрите, ну что это такое? Вместо того, чтобы бить, сейчас просто преследует меня. То есть давайте все-таки, наверное, тому чуваку дадим очки, давайте найдем его, и надо сделать так, чтобы это действительно получилось. Где он там есть? Только надо сделать так, чтобы он понял, что я ему собираюсь очки дать, или что?
Где он там? Друг большой. Большой брат, где ты? Ну, или я большой брат. Ищу более меньшего брата. Ну, у него 180 тысяч, я его почти убил один раз. Но он успел убежать. Мне вот хочется, чтобы он меня убил. Ну, убей меня, ну стой. Ну стой, ну куда ты? А, вот, вот этого надо. Ну, я стою. Я стою, убей меня. Убей меня, убей. Ну же. Ну же, убей меня. Я хочу этого. Вот смотрите, он не хочет меня убивать. Он не понимает. Я не смогу ничего, никак ему это сказать. О том, чтобы он все-таки избил меня до конца. Ну, бей, бей, я здесь, я с тобой стою. Дружище. Эх, это будет сложно, но все-таки возможно. Давайте все-таки преследовать его. Я его еще ни разу не ударил, я бить его не собираюсь. Отдам кому-нибудь из них, то есть либо Халку вот этому вот, либо ему. Но они не хотят. Они не хотят забирать очки. Ну забирай очки, бей меня, дружище. Ну я же стою. Я же стою, господи. Давайте этого разберем. На, одним ударом. И сильным ударом, на. Ну, это тяжело. Вот что здесь действительно сложно, так это отдать очки, ребят. Отдать очки тому, кто в них нуждается, но не хочет их брать. Не понимает, точнее, что я их отдаю. Я буду его преследовать. Это будет долго. Халк, подожди. Розовый Халк. Постой. Постой, братан. Братишка, стой. Ну стой же, я тебя не буду бить. Это слишком будет невозможно сделать, по-моему. Он, кстати, раскачался, Пинки Халк. Я его специально не трогал. Специально делал так, чтобы он убегал. Нет. Добей меня, я готов. Ну, убей. Наконец-таки он... До него дошло, что я сдаюсь. До него дошло. Ура, Пинки Халк забирает все мои очки. Аллилуйя. Аллилуйя. Все. Отдали ему. Интересно, сколько у него сейчас будет очков. Мне даже... Так, 223 тысячи. Ну, не так много, кстати. То есть у меня был миллион, он забрал где-то 25% от моих очков. Ну, в принципе, как и в большинстве игр подобного типа. Нормально, интересно, прикольно, классно. Интересная игра, но очень-очень-очень мизерная. То есть, по сути, нечего дальше делать. То есть, если в Слизерию мы можем прокачаться до 30 тысяч, быть самыми огромными вот на этой карте, то здесь мы не можем быть... Ну, мы огромные, но, господи, но нас не могут убить малыши. В Слизерию вас может каждый малыш убить. Здесь вас не может убить вообще никто. То есть, вы бог здесь. Пока вы сами не сдадитесь, как я сдался, вы будете бесконечно бегать и убивать всех. Такие вот дела. В принципе, игруха прикольная. Я ждал ее давно, и наконец-таки она вышла. Называется она Brutes.io. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. С вами был Лекс. Спасибо за просмотр. И всем добра.